Друзья, всем привет! Сыздык Афайдар, правозащитник, город Астана. Сегодня 8 июня 2023 года. В двух городах Астана и Алматы было подано уведомление на проведение мирных собраний, мирных митингов с темой «Освободить Марата Жаламбаева», «Освободить всех политзаключенных» и «Зарегистрировать оппозиционную партию Казахстан». Эти митинги были приурочены к тому, что сегодня в Астане проходит форум, где собираются политики, гражданское, бизнесмены и так далее с разных стран. Вот. И члены оргкомитета хотели показать, что в Казахстане также нарушаются права человека, гражданские свободы. Вот. И многих активистов с Алматы и Астаны сегодня просто незаконно задержали, похитили, в частности, в Астане Эльвиру Бекзадину похитили. Несмотря на то, что у нее двое несовершеннолетних детей остались на улице без присмотра, ее сейчас держат на Уэндрес 14А, по-моему, там есть опорный пункт. Вот, все продолжается, Токаев продолжает политику Назарбаева, то есть гражданское общество также репрессирует разными способами и не дают проводить мирные собрания.